В Мордовском университете прошла встреча директоров школ. Встречу открыл ректор университета. Он рассказал руководителям школ города о приоритетных направлениях деятельности вуза и призвал к сотрудничеству. Есть ряд учебных заведений, с которыми у нас заключено соглашение соответствующее. Мы очень активно работаем и с гимназией номер 19, и с 12, и с 43-м лицеем, центром одаренных детей. Я не буду перечислять. По крайней мере, документально это оформлено, и есть какие-то элементы и отдельные направления, по которым мы с вами достаточно эффективно взаимодействуем. Но сегодня время такое, чтобы использовать потенциал нашего вуза в полном объеме, интеллектуальный потенциал нашего профессорско-преподавательского состава, мы должны больше и более активно работать друг с другом. О нововведениях приемной кампании 2015 года рассказал секретарь приемной комиссии Олег Олегович Томилин. Особый интерес участников вызвала информация о критериях оценки выпускного сочинения, а также о портфеле достижений школьников. Проректор по внеучебной работе Мордовского университета Марина Дмитриевна Мартынова рассказала о формах взаимодействия школ с университетом и призвала директоров активнее вовлекать в процесс учащихся. Ведь это поможет будущему студенту быстрее адаптироваться в университете и зарекомендовать себя с лучшей стороны. Участники встречи обсудили направление взаимодействия и договорились о дальнейшем сотрудничестве.